Всем доброе утро. Сегодня мы находимся в Астраханской области, и здесь просто отличная рыбалка. Рядом со мной два профессиональных рыболова с огромным стажем. Повезут меня сегодня на окуня, да? Да. Куда именно на него мы сегодня и поедем. А куда поедем? Далеко? 20 минут хода. 20 минут хода. Хорошо, какой у нас вообще план? Приезжаем. Располагаемся. Располагаемся. И сразу ловим килограммового. Нет, килограммового здесь, наверное, не будет. Ну, грамм 970-980, вот так будет. 982 приблизительно. Да, вот. Хорошо. А вы здесь впервые? Здесь впервые, но место похожее. В Дагестане Аграханский заказник. В принципе, такая же инфраструктура, все. Такие же комары. Вот, и такой же окунь. И такой же окунь. Да. Хорошо, сейчас поедем сравнивать. Будем сравнивать. Магомед и Махач – частые гости программ телеканала «Диалоги о рыбалке». А в Астраханскую область приехали на день рождения любимого телеканала. Ну и какой праздник без рыбалки, особенно в таких красивейших местах, где и рыбы в прямом смысле море. Где еще можно воочию увидеть, как углубляют русло при помощи специальной техники? Где прямо под лодкой будут плавать зеркальные карпы, хитрые щуки, задорные окуни, а до взмывающей в небо стаи лебедей можно дотянуться рукой? Пока мы ждем наших товарищей, куда это мы приехали? Приехали мы в Грязнуху. Место это называется Грязнуха. Потому что оно грязное? Почему, не знаю. Грязнуха. Да, так вот оно называется. Будем щуку-окуня здесь ловить. Будем надеяться, что нам повезет. А вот мы сейчас переходили, это раскаты были, да? Да. Ну это тоже, вот где мы сейчас, это тоже считается раскаты. А почему там мелко так? Здесь практически везде так. Практически везде, а бывает еще мельче, вообще земля поднимается, да? Бывает. Угу. Но мы все-таки добрались. Да, а почему именно вот это место? Потому что здесь такая заточка и такие, и глубина хорошая, большие здесь рыбы. И глубина позволяет ловить более-менее удобно. Не так, как там. И травы вроде поменьше. Ну, здесь вертушечки, да? Да, на вертушечке. Раздача окуня в нашей лодке началась сразу. Первого, конечно, поймал егерь Денис. Николай, пока. Людям серьезно всегда. Оп. А, как красиво. Раскаты Волги – это мелководная акватория, предустье возморья дельты Волги или, по-другому, береговая часть Каспийского моря, которая визуально не имеет четкой береговой линии, а представляет собой плавающие острова и камыши. Именно тут мы сейчас и находимся, а Каспийское море всего в нескольких километрах. Есть? О, какой щука! Куда пошла? Сейчас уведет. Ух ты. Серьезно. Под лодку. Ух ты, какая девочка. Мария, до свидания. К моему твердому убеждению, что если рыбу лично ты есть не будешь, ее нужно отпустить, наш егерь Денис отнесся сначала скептически. Все-таки в этих краях рыбы предостаточно. Но, как показывает практика, так будет не всегда. Например, у меня на родине в Беларуси поголовье с каждым годом уменьшается. И это логично, если мешками вывозить рыбу с каждой рыбалки. Сорвался. Поэтому мне все-таки удалось убедить Дениса отпускать рыбу. Посмотри, что творится, а? Ужас. Творится на меня. Так это мой спинник. Какая-то блесна такая просто. Это мой спинник. Не твой спинник, это блесна, которую нам подарили.
Вот тебе средний астраханский окушок. Я ловил в Белоруссии. И где вы ловили? Озеро Нарыч. Нарыч? Да, ловил щук. И каких? Приличных. Приличных? По килограмму, полтора, два. Не, на самом деле. А у вас как ловится рыбка в Дагестане? Ну, тоже неплохо. А ваше любимое место? Это берег Каспийского моря, около города Каспийска. Я каждое утро хожу, ловлю там бычков. Бычко? Бычко и дорожку. И с этого начинается ваше утро? Нет, с этого началось мое детство. А вот чем она вас так цепляет? Рыбалка? Сам процесс. Какие эмоции? Эмоции? Тишина, покой. Ни о чем не думаешь. А у нас тишины не наблюдалось. Одни эмоции. Окунь клевал и клевал. И честно, для меня это была первая рыбалка, где мы не тратили время на поиск мест, подбор приманок, а просто ловили в свое удовольствие. Вот, есть! Есть, 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 есть! Малюсик, моя зайчка! Привет! Привет, привет, привет! Рыбка. Ну, щука поймал 16 килограмм. 16? Да. Она в эту в лодку влезет? Да. Никто мне не верит, но я помню сома, который поймал мой отец. Он был больше 4 метров в длину. Это был 66-й год. Я помню этого сома. Огромного во дворе он лежал. Но тогда не было фотоаппаратов. Поэтому запечатлеть... Подтвердить документально никто не сможет. А где это? Это Аграханский залив в Дагестане. Это дельта Терека. Ух ты! Вот это серьезная заявка на прочность. Да, на самом деле. На самом деле. Боже, какой красивый. А, иди сюда. Иди сюда, моя лапочка. Подожди. Я хочу фото с этим окунем. Ой, красотерка. Да. Рекордная рыба. Есть. Так прикольно, чуть меняешь проводку, и он сразу берет. Отпусканием рыбы я заразила всех. Не знаю, что нам скажут на базе, когда мы вернемся без улова, но рыбы явно рады, что у них есть возможность вернуться домой и расти дальше. Ух ты, сколько, какая стая! Я тоже поймал из вашего этого. Смотри. Ничего себе! У нас раздача окуня. Слушай, вот. У нас раздача окуня. Это красноперка. Смотри. Красноперочку, красноперочку, красноперочку. Опа, огушок. Тихо, тихо, опущу. У меня... Садится голос, но это не важно, потому что окуни клюют очень классных размеров. У нас в Беларуси я такого не видела и сама не пробовала. Я их всех отпускаю. Вот. Сегодняшняя рыбалка была просто, просто замечательная. Первая половина дня, еще впереди вечер. Мы хотим половить жереха, да, вообще любого хищника. И астрахань ты рулишь. Пока. We'll be right back.
Вторую половину дня мы решили посвятить ловле жереха. Даже в этих богатых рыбой краях поймать осторожного белого хищника не так-то просто. Но я верю, что у нас это получится. О, пошел выход жереха. Отправляемся на проверенное место, где вчера вечером нам удалось поймать парочку неплохих экземпляров. Сколько? Почти два, да? Угу. Класс! Балык снял, вкусный. Приехали на слияние двух рек, Малая и Большая Обуховская. Вчера мы здесь половили очень хорошо жереха. И сегодня надеемся на тот же результат. Вот он начинает уже бить. Я поставила себе кастмастер, жереховскую блесенку тяжеленькую. Поменяли на ней крючки, потому что вчера было очень много сходов. Поставили побольше. Вот, надеемся, это повлияет на результативность. Ну, бьет он сейчас повсеместно просто. Поэтому надо... В Беларуси мы ведем себя тихо, когда ловим жереха. И просто его ловим. Хотя у нас он... Я ни разу не поймала. А вот здесь, тадам, и куча эмоций. Сегодня, надеюсь, будет так же. Есть, 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 есть. Ух ты, какая зайчка. Иди сюда. Давай, 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 давай. Ушел. Нет, я имею. Иди сюда. Блин, он сломает мне спиннинг сейчас. Ух ты. Я поймала жереха. Это вообще очень супер круто. Я знала, что он там, у меня было два удара. Я туда кидала. И такая поменяла немножечко проводочку, сделала ее быстрее. И он такой, и он огромный. Все, это непередаваемо. Просто круто. Ребята, если вы никогда не пробовали ловить жереха, я рекомендую, потому что у меня трясутся руки. Моего первого трофейного жереха наш егерь Денис мне отпустить не разрешил, но обещал научить готовить из него вкуснейший балык. Ну и как отказаться от такого заманчивого предложения? Зато всех остальных, конечно, отпущу. Та-да! Ой, какой тяжеленный! Класс! А вы часто участвуете в программах «Диалоги о рыбалке», правильно? Да. Куда ездили уже с программами? Ну, с «Диалогами» мы ездили в Китай. Черногорию, Швецию, Данию, Норвегию, Финляндию по несколько раз. Сами диалоги о рыбалке были в Дагестане 6 раз. У вас в гостях? У нас в Дагестане, да, в гостях. Мы проехали по Дагестану где-то 15 тысяч километров с диалогами. Рыбачили на водоемах, реках, озерах, море, то есть... Заблудились. Ловили все. И итогом стало где-то около 12 рыболовных фильмов и около 20 кулинарных. То есть это все диалоги сняли в Дагестане.
Я недавно проводил гастрономический фестиваль в Дагестане. Вот, расскажите про это. Туда как раз приезжал Гусев со своей командой. Они снимали кулинарные фильмы, сняли 10 кулинарных фильмов там. Ничего себе. Вот. На этот фестиваль приехали судьи из Франции, Маврикия, Словении, Хорватии, Азербайджана, Грузии, Армении. То есть всего было около 100 участников. А вот ваша рыбалка с чего началась? С детства? Кто вас учил? Кто вас учил? Ну, кто первую удочку в руки дал? Ну, где-то 5-6 класс мы ходили на море. Это где-то в 5 утра мы приходим на море, закидываем, назывался раньше колада. Там где-то 10-20 крючков. Самый старший из нас, семиклассник, на камере на 200 метров заводил в море эту коладу, бросали и через 2 часа вытаскивали. Ну, понятно, мы дети, а там два осетра огромных. А как вы тащили? Так мы попросили взрослых, они нам их вытащили. Теперь мы домой боимся их нести. Поскольку будут ругать, все. Сколько вам выходить на море не разрешали, да? Нет, ну, естественно, мы дети, все. Вот, мы идем мимо павильона воды Соки, отдаем этих осетров туда, нам дали ящик лимонада. Вот. Ну, мы довольны. Равнозначный обмен. Мы, мороженое, ящик лимонада, так что это был первый заработок на рыбалке. На рыбалке. Рыба. Рыба. Но это не очень большая. Вверх. Подсак. Подсак. Давай. Это какая-то селедочка, нет? Это маленький жерешок. Да. Как мы его назовем? Сокровище Дельты. Сокровище Дельты. Отправляется в сокровищницу. Держите. Отпускаем. Все, пока, зайка. Зови мамку и папку. Солнце продолжало планомерно садиться, как и мой сорванный от эмоций голос. Наши герои отправились отдыхать на базу. Мы тоже уже собрались, но без традиционных финальных трех забросов уйти не могли. Заодно решили попробовать связать новую оснастку и не прогадали. Блин, хороший, очень хороший. В общем, снасть работала. Снасть работала. У меня там очень классная рыба. О, вот это я понимаю. Вот это рыбюшка. Сейчас его заметил, он, скорее всего, бил вабика, да? Класс! А попался... Снасть рабочая! Смотрите, смотрите, смотрите! Смотрите, я поймала рыбу! Заводи в посад сама. Еще раз. Он заплавник! Он бил... Класс! В общем, наша оснасточка эффективная оказалась. До этого была тишина. Оп! Ой! Ребята, вообще по ощущениям круче, чем на 2-300, потому что он ушел вот так вот. Короче, друг мой, тебя зовут Петр, и ты отправляешься домой. Веди себя хорошо, Петр, хорошо? Давай, давай. Вот такое окончание рыбалки. В общем, все... На Астрахань, за Жерихом, за Окунем. Приезжайте сюда, ребята. Ну и пробуйте экспериментальные оснастки и что-то новенькое.
На следующий день Денис, как и обещал, взялся готовить из наших жерехов местное блюдо. По слухам, невероятно вкусное. Замечательная база сокровища Дельта, прекрасная погода, прекрасная рыбалка. Нами были пойманы вот эти два замечательных жереха, и с нашим егерем Денисом мы сегодня их приготовим. История про рыбу именно в кулинарии славится тем, что он достаточно костлявый, поэтому мы будем его готовить местным способом, и Денис нам сейчас расскажет, как мы его будем готовить. Разделываем и солим. Больше, в принципе, все соли, очень просто, да. Да, все очень предварительно просто. Предварительно мы его почистили, избавили от чешуи. Ну что поймали жерех? На колебалочку. На колебалочку? Да. А Юля, по-моему, поймала его на кастмастера, да? Юля, да, Юля на кастмастера. А кого самого большого это жереховое? На 5 килограмм. На 5 килограмм? Да. Я пока еще большого не ловил. У тебя еще все впереди. Все, что у нас осталось лишнее, мы отправим на уху. Теперь что мы делаем? Так, теперь делаем, если на балык, то... Мы пока не моем, да? Нет, пока нет. Делаем вот здесь вот по линии надрезы. Жировая прослойка, чтобы разрезать, и когда солишь, чтобы она полностью... просолилась, либо она начинает отсюда сразу же портиться. Uh-huh. То есть вот по этой линии, смотри, да, да, вот она идет вдоль ребер, и вот она идет до шкуры. Все, есть. Получилось. Теперь ее. Что делаем? Помыть ее и отмочить минут 10-15. Минут 10-15 да. Должна отмокать, да? Чтобы мясо вот и. Оно белое такое должно быть. Что мы делаем дальше? Кастрюлю. Берем давайте, кастрюлю. Да. То есть сразу в кастрюлю. Здесь на доске мы не будем солить. Нет. Хорошо. Берем. То есть соли мы не жалеем? Нету. Ничего страшного от этого не будет. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Мы ее засолили, что делаем потом? Убираем ее сейчас в охлаждающий холодильник, чтобы в холодное она, место. Да, в холодное место. Ждем 6 часов. Потом ее достаем, отмываем хорошенько от соли. Минут 15 держим в воде, чтобы она отмочилась чуть-чуть. Стекает, вывешиваем на улицу. Итак, наш балык готов. Вчера мы его засолили и сегодня сделали необходимую подготовку к окончательному результату. Что будем пробовать? Начинаем. Та-дам! Угостите меня, пожалуйста, жерех. Ну что, будем пробовать? Моим. Угощайтесь. Самый вкусненький вот этот кусочек. Нашему егерю, который нам помог поймать, приготовить. Вот тебе. Мне. И мне. Кулинару. Он жирный. Очень вкусно. Очень вкусная рыба. Готовится, в принципе, просто, только долговато. Какой он нежный. Поэтому предлагаю выключить камеру и идти пробовать всем. Ну, всем пока.